Туркестане волонтеры помогают восстановить жилье семье из 12 человек. В результате пожара, который произошел в начале месяца, люди остались без крыши над головой. Подробности у Рауля Габитова. Пожар произошел 6 февраля в одном из домов на окраине Туркестана. Огонь вспыхнул на чердаке, а затем охватил и все здание. Хозяева пытались потушить пламя до приезда пожарных, но безуспешно. Жилище сгорело как спичка. К счастью, никто не пострадал. В семье нас 12 человек. Сейчас живем на съемной квартире. Еще до пожара мы заложили фундамент нового дома. И теперь приступаем к его строительству. Недавно нас посетил аким города. Он сказал, что окажет поддержку. Помогают и волонтеры. Первыми руку помощи протянули активисты из волонтерского клуба «Асар». Они каждый день помогают в строительстве и по хозяйству, оказывают и финансовую поддержку, взяв на себя затраты на покупку окон и дверей для нового дома. В нашем клубе примерно 150 человек. В основном это студенты, но есть и взрослые. Деньги для помощи мы собираем сами и берем из благотворительного фонда. Помогаем, чем можем. По выходным приходим сюда работать. Это не первый наш проект. До этого навещали пациентов городской больницы, дарили им подарки. В волонтерской деятельности участвуют больше 5000 молодых жителей Туркестанской области. Это почти треть студентов региона. Только в прошлом году они помогли реализовать около сотни проектов. В одном только областном центре действуют 3 волонтерских клуба. В каждом состоят примерно по 200 молодых людей. Рауль Габитов, Самат Нагашбекулы, Ербулат Абишев, Хабар 24, Туркестан.